Николаевич пытается заехать. Сейчас я буду. Я буду снимать это видео. Давай, Роман, давай, 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 давай. Да, это не шутка вам. Вот она, вот она, вот она. Вот она, красотка зашла наша. Детки, собираемся, собираемся, собираемся. Давайте, 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 смотрите. Съездили в Москву. Сумок прибавилось. А, дети, собираемся. Бате завтра надо быть в Крыму. Вот она наша жизнь. Папе надо завтра быть в Крыму. Представляете, как мы это сейчас все сделаем? Я пока не знаю. Друзья, мы сели. Наш отельчик. Мы сели. Готовы к выезду. Надо еще будет пронизнуться опять в этот туннель. Протиснуться. И все, и в путь до Краснодара. Я думаю, что разом мы не махнем. Время уже 1:20. Мы точно уже не доедем за сегодня до Краснодара. Где-то придется переночевать и рвануть дальше. А завтра у меня обучение. Так. Марфуша себе вчера приобрела новый красивый лак. Сейчас она занимается малеванием. Друзья, все. Поездка наша в Москву на этом окончена. Время 2:00. Мы еще в городе. Пытаемся из него выбраться. Ехать нам 12:00. За сегодня мы вряд ли доедем. 13:57. А может быть и доедем. Ну, дальше вы все увидите. 14:00. Мы еще даже из города не выехали, дети уже уснули, мне на заправку надо заехать, а на заправке они обычно просыпаются, как, блин, не совсем получилось, как раньше. Как выглядит красиво, посмотри, как Маркуша выглядит. Ой, Маркуша не уснула.